здорово. Напасть черных машин. Я говорю, полетели одни черные машины. В общем так. Переходики. Тут где не тронулся, везде попротирал. Везде попротирал. Тут, наверное, краски меньше, чем у меня. Чем у меня, блин, в легких. Куда не тронься, там везде протир. Ну, в общем, начинаем окрашивать. Бампер и молдинг я снимать не буду. Только засниму уже саму часть автомобиля. Потом при лаковочке, да, уже подключусь. Все покажу. Бампер и машину. Погнали. Немного уберем. И один день заберем. Здесь я уже снимать не буду. Подключимся на лаковочке. Ну вот, все высохло. Все натянулось красивенько. Начнем и ваточкой валить. Ну, погнали. Первый слой делаем гладкий. Так как шагренька должна здесь пониже такая быть. Первый слой нам надо положить гладенько. Погнали. Thank you.
200 миллилитров пошло на все это 400-450 миллилитров где-то. Да, 450 миллилитров пошло. Все, 10 минут и кидаем второй слоец. Ну что, валим второй слоец. По наставочкам, что хотел показать. То есть наставки были у меня такие. Это максимум. Максимум. Один. Два. Почти три. Два с половиной, можете три. То есть здесь максимум на один оборот я закрутил. Можно чуть больше, там, ну не важно. Один оборотик. И два бара. Давай, вантеркан, начнем.
смотреть результат. Спасибо. Всем удачи, покедов.